раньше данный перекресток был очагом аварийности. Сейчас установка светофора, надеюсь, что ситуация нормализуется. В настоящий момент в Кингисеппском районе наблюдается значительное снижение аварийности как с пострадавшими, так и с материальным ущербом. В адресной программе у нас совместно с администрацией запланировано ряд мероприятий по нанесению, освежению разметки, нанесению новой разметки, выставлению новых светофоров и так далее. Еще светофоры вообще планируют? Планируется на дороге МТП возле населенного пункта Кили. Уже светофорный объект построен, тоже скоро будет введен в эксплуатацию. Вообще удобно, что поставили светофор? Удобно. Настолько машинку, это тут же школа рядом. Угу. Безусловно.